Всем привет! Еще один маленький коротенький обзорчик. Пришла посылочка с носочками. Я ее распаковала уже давно. Ну, буквально вчера. Вчера получила, да, вчера распаковала. Вот, вот такие носочки, которые я тоже перед Новым годом заказывала. Вот, с оленями и медвежонок. Вот, вот это обычные носки. То есть они как бы просто носки. ХБ там с чем-то, они короткие. Вот, то есть они не как классический носок, они короткие. Вот и вот пяточка. То есть видно, что носок сам по себе не очень большой. Вот. Но мне очень понравилось тут вот то, что это медвежонок. То есть ты надел, у тебя сзади пяточка, а спереди вся медвежонок. Таким кусочком прикольно. Там были разные животные. Мне понравился медвежонок, и, в принципе, для таких носков вот, с сюжетом это цена приемлемая. Вот, вот эти вот они просто сложены, запакованы. Я пока не очень. Вот. Быстренько распаковать, вот, чтобы вам показать. Значит, носки вот такие вот это. Они коричневые, чуть-чуть с люрексом небольшим, блестят, как я люблю. Я не люблю, когда совсем много люрекса. Вот, такие маленькие оленьки здесь нарисованы. И они такого приятного кофейно-шоколадного цвета. Там тоже были разные расцветки, и с большими оленями, и с маленькими оленями, и светлые, и темные, и красные, и синие, и серо-бурмалиновые. Но мне вот понравились вот эти. Состав у этих более мягкий, и они, если я так понимаю, больше шерсти, там может быть процентов 90-95 шерсти. И, конечно, присутствует синтетика, потому что они, ну, тянутся, и люрекс. Люрекс это 100% синтетика. Здесь же они 100% хлопок. Это написано на упаковке, написано на сайте. Вот. Это меня порадовало. Ну, и рисунок, конечно. Эти теплые для дома, на улицу носить я не буду, ну, может быть, на даче перед камином сидеть, отдыхать, читать книжку. Вот. Точно не помню от одного ли они производителя. Запах заводской. Вот. Не сказать, что противный такой, ну, можно постирать и будет пахнуть порошком. В принципе, меня это не, как бы, не напрягает этот запах. Вот. Не могу сказать, от одного ли они производителя, но пришли они в одной почтовой упаковке. Хотя брала я, по-моему, их в разных магазинах. Ссылку оставлю на один и второй. На эти носки и на эти носки. Еще очень такая порадовала вот маленькая вещь, казалось бы, незаметная. Вот здесь вот оба носочка соединены такой металлической скобкой. Малость, а приятно. И вот здесь тоже два носочка, они объединены такой металлической, ну как, скобкой, скрепочкой. То есть она не на вкусе, она не прокалывает носок, она просто держит как бы два слоя вместе. Такая прищепочка. Так, вот. Ну, в общем, вот такие носочки я себе приобрела к Новому году. Ссылки оставлю на них, посмотрите, может, кому-то другие расцветки понравятся. Ну все, пока. С Новым годом!